Всем привет, с вами Ваня. Меня зовут Даша. Меня зовут Дима. Всем привет. Меня зовут Константин Душканов. Меня зовут Леша. Маша. Настя. Меня зовут Платон. Полина Сорокина. Всем привет, меня зовут Эля, и я сегодня буду отвечать на вопросы. Человек любит другого человека и хочет с ним вместе быть. Чувство человека, когда ему нравится кто-то, ну или что-то. Ну, так сказать, необъяснимые эмоции. Наверное, когда мужчина и женщина встречаются. Приятность к человеку. Это когда ты готов ради него сделать все. Ты хочешь уделять ему, только ему время, ты по нему очень скучаешь. Два человека проявляют друг другу симпатию, ну, больше даже симпатии. Им приятно находиться вместе, им от этого хорошо. Дарить друг другу подарки, ходят в кино, кафешки, всякие рестораны и так далее. Да. Да. Ну, да. Да? Да. Угу. Я, если честно, еще это чувство не испытывала, но... Чуть-чуть приятно, и думаешь, наверное, об этом человеке. Ну, как бабочек в животе нет. Условно. Я думаю, что это просто как бы симпатия плюс счастье. Когда ты готов сделать для человека, ну, пожертвовать собой ради кого-то. Мне грустно всегда, потому что это всегда у меня невзаимно. У моей подруги взаимно, а у меня нет. Ну, это было волнительно. Это похоже на то, когда ты просишь о помощи, и тебе с удовольствием помогают. Мне кажется, вполне, да. Ну, только без радости. Может, но это будет тяжело. Мне кажется, нет. Как она одна проживет, например, или один. Да и зарабатывать плохо будет. Но один все-таки. Ну, живут же отшельники так-то. Так что да. Ну, он может прожить без любви к чужому человеку, но не может прожить без любви там к маме, к папе, к сестре. Я думаю, что нет. Бывают, конечно, такие люди, но их мало, очень. И все равно как-то тоскливо без этого, мне кажется. А мне кажется, без любви человек прожить не может, потому что ему будет грустно, если его перестанут любить. Это плохая жизнь, скучно. Если человек сам этого хочет, то он может без этого прожить.